Добрый вечер, друзья. Мы находимся в крутой китайской такой столовке. Ресторанчике называется Чевчу. Кроме нас, друзья, здесь бывали господин Брежнев, Маргарет Тэтчер. Ну вот, я не знаю, знаете ли вы Бенадир Бхутта, это премьер-министр Пакистана. Ну тут пару там президентов США, артисты всякие. Ну давайте я вам покажу. Значит, вот у нас президент Картер. Это папа Буш. Вот. Стивен Сигал, какие-то люди, Серина Вильямс, вот, пожалуйста. Ну и, собственно, и к этой компании, друзья, сегодня добавляются две Светланы. Одна из Иванова. Сидит, хотя можно желание загадать. Вы могли уже этим воспользоваться. Когда между Светланами сидишь. Друзья, если кто-то, представьте себя мысленно между двумя Светланами и загадайте желание. Это вполне виртуально возможно. Вот они тут изучают меню, потому что столик нам уже дали, только его еще не вытерли. Хорошо. Так. Сестрички любят китайскую кухню? Да? Слушайте, а вот в Иваново можно пойти в китайский ресторан какой-нибудь такой? Круто китайский. Нет? Наверное, только в Москве. Ага, ну в Москве, конечно. У нас так. Вряд ли у нас найдется. Но вы ходили в Иваново в рестораны? Нет. Вообще ни в какие? Нет, только в пиццерию. Пиццерию тоже хорошо. В наше время пиццерии не было. Вы видите красивые фонарики. Вот там сзади еще большие фонарики. Там есть второй этаж. Второй этаж тоже хороший, симпатичный. Но вот мы пока на первом. Друзья, мы на втором этаже. Именно сюда нас привела судьба. Люди закусывают, а мы пока стоим, как 6 тополей на плющихе. Ну что, друзья, значит, это салатик. Такой с курочкой. Мы тут еще немножко, вот знаете, чесночным соусом. Вот, покажи бутылочку. О, это бутылочка с чесночным соусом. Вот, и нам еще принесли супчик. Это вонтон, да, Свет? Да. Вот вонтон супчик. Друзья, это монголин биф или монгольская, можно сказать, говядина. Это, Света, скажи про этот рис, что ты о нем думаешь? Нет, ну что там? То, что я вижу, морковка, яичко, зеленый горошек. Рис жареный, там со всякими причиндалами. Это с понтом рис, не просто так. Вот, друзья, такое блюдо называется mixed vegetables, то есть как бы такое ассорти, можно сказать. Креветочки подошли, креветочки, и охарактеризуй вот это блюдо. Это такое немножко тушеное, слегка очень, в каком-то соусе овощи. Овощи? Вон то. А, вот это чикен с ананасом. Pineapple chicken. Все, кроме риса. Курка с ананасом. Друзья, Fortune Cookies. Сейчас мы узнаем все о том, что с нами будет дальше. Но я должен сказать, что они позитивные. Они все равно позитивные, так что... Я не понял, а еще 4 дали, не 6? 6. Это моя. Вот говорят, ты добьешься больше, если будешь оставаться сфокусированным. Это Кристинина. Work Cooperative. То есть какую-то компанию тебя пригласят. Видимо, в хорошую. Ну, значит, Диане написали, чтобы она так, как бы сказать, была на стороже, в хорошем смысле, а в отношении новых возможностей, удовольствий или по бизнесу. Что нам тут говорят? Говорят, сфокусируйся на своих long-term целях, да, более отдаленных. И хорошие вещи должны, так сказать, произойти. Да, Светлане явно какая-то подстава. Ей говорят, хорошее время путешествовать, возьми vacation. Как раз мы сейчас начинаем строительный проект, и вот нам только путешествовать теперь. Друзья, вы видите два меня. Так, иди сюда, сейчас тебя тоже две будет, смотри. Вот у нас
Кристина. У нас с Кристиной по два каждого. Вот и китайские лампочки красивые, правда? Мы, друзья, говорим бай-бай. Не знаю, как по-китайски этому месту. Теперь нас по одному. Шиши. Шиши? Скажи, шиши. Давай так. Шиши. Шиши. Все.